Мудрость, слада при деньгах. Да, давайте пообщаемся. Да ладно, кринж. Я тоже кринжуюсь иногда. Но важно, напоминаю. Очень важно. Все мы кринжуем порой. Надеюсь, слово кринж еще, ну, уместно вообще. Оно еще не зашкварилось до такой степени, чтобы произносить зашквар. Слово кринж произносить кринж. Ну ладно. Короче. Все мы кринжуем, и это нормально. То есть каждое сотое слово — это кринж. Ну, там, окей, да? Но очень важно видеть свой кринж сразу и исправлять его. Ну, то есть учитывать его в следующий раз. То есть каждый раз, когда ты кринжуешься, по сути, ты ошибся. Вот. А когда ты ошибаешься, ты делаешь, ну, осознавая свою ошибку, естественно, без этого никак. Ты становишься менее кринжовым для следующих ситуаций. Вот, допустим, у тебя сейчас есть ситуация какая-то, и из 10 выходов, 5 из них — это супер кринж. То есть, там, обосраться, запнуться, знаешь, сука, сказать хуйню. Еще какая-то, блядь, залупа, да? Ты сказал хуйню, допустим, да, какую-то, и все таки что ты... И вся компания от тебя отвернулась, да, и ты такой, да, блядь, что я сказал? И если ты понял, почему ты кринжанулся, то в следующей ситуации ты будешь мудрее и опытнее. Нельзя бояться кринжеваться. Нужно бояться не понимать свой кринж, который происходит. Ну, такая хуйня. Поэтому писать, что Владик кринж, это кринж. Вот почему. Я прекрасно знаю, в каких моментах я кринж, и почему я кринж, и так далее. Добрый день. Здорово. Это ты в самолете летишь, что? Самолет? Ну, я в аэропорту просто работаю. Приехал или улетел? Нет, что? Я работаю здесь. Работаю. Кем? Начальник смены терминала. Офигеть, ты, наверное, типа именно высокопоставленный чиновник. Почему? Начальник смены терминала, нихуя себе, слышишь? Так это ж профессия аж какая. Ну, терминалы разные бывают здесь. Не такой терминал. Это, наверное, в твоем представлении. Я думал, терминал. А там, наверное, нет, терминал. Ну да, типа того. Сарайчик. Ну да, сарайчик. Понял. Под бизнес. А можешь показать? А, вау. Это в России, типа? Ну, это в Домодедово, да. А, вот так. То есть там отдельно Домодедово... Погоди. Домодедово принимает обычные лайнеры? Или только бизнес-джеты? Нет, в Домодедово есть основной терминал, есть небольшой терминал, который обслуживает бизнес-джет. Отдельно или там же? Но он находится, ну, может быть, 2 километра от основного терминала. А, блин. Слышишь, а кто вообще прилетает на бизнес-джетах в России, интересно? Те же самые чиновники, там, футболисты или кто? Да не обязательно чиновники, все, у кого есть возможности и деньги. А кого ты именно самого такого прям вообще, чтоб ты, у тебя, ну, челюсть отвисла, кого ты видел? Вот, из кого? Из правительства? Вообще, в принципе. Здесь правительственные рейсы не летают в Домодедово, они со внуками все. Здесь в основном, это, если мы говорим про частных, да не обязательно даже здесь русские какие-то или российские, все, сейчас скажу, ну, из Казахстана всякие бизнесмены, банкиры, владельцы банков. Звезды какие-нибудь там мирового уровня тоже бывали, раньше например. Прилетали. Ну, кого ты видел лично, чтоб ты там вообще, типа, что, Роналду приехал, что? Лично? Ну, сейчас скажу. Дженнифер Лопес прилетала. На бизнес-джете? Да, на бизнес-джете на своем. Траволта? Траволта. И ты видел Траволта? Ну да. Офигеть. А кто еще? Уилл Смит. Кристина Агилера была пару лет назад. Да, неинтересно. Ну да. На бизнес-джете Кристина Агилера? Да. С какой такой стати? Ну, почему? Это не то, что ее самолет, она просто его арендует как частный борт. За 50 тысяч евро. Да я думаю, там больше гораздо. Ну, есть у нее турне какой-нибудь, там тур, вот она на нем летит сначала сюда, там, допустим, с концертом, потом дальше летит туда. Я понял. Группой, да? Ну ладно. Да. А сам летал как-то? По блату? Да нет, по блату нет. Только такие были пару раз облетные рейсы, когда нужно сделать просто круг вокруг там. Ну, взлет-посадка. На джете? Да.
А президента видел там кого-нибудь пиздатого? Нет, президента не видел. Правительственный рейс со внуков здесь не бывает. Здесь только как запасной аэродром. Я понял. Ну вот самый твой запоминающийся случай, чтобы ты прям вообще, типа... Там кто-то пьяный, допустим, из джета вылазит, пьяный Элвис Пресли, и ты такой... Чарли Чаплин, типа. Да нет, так, я такого не видел, чтобы кто-то прям пьяный... Потому что они умерли, конечно, уже давно. Да. Нет, таких не видел. А Гуфа видел? Ну, я думаю, Гуфу для бизнес-джета далековато. Я понял. Ну ладно. А это самое... Ну, нормально, тебе нравится работа, да? Я просто впервые общаюсь с работником аэропорта. Как мне нравится? Ну, просто я здесь уже с 13-го года работаю, я уже просто... Ну, значит, нравится. Ну, да, меня устраивает. Ну, нравится. Ну, я не то, что могу сказать нравится, устраивает. Меня все устраивает. Я понял. А что тебе нравится? Мне нравится график. Графика? График работы. А, нет, а по жизни что тебе нравится? По жизни? Имеешь в виду, что музыка или что, в каком смысле? Да, ну, нравится? В принципе, что тебе нравится? Да, много чего мне нравится, разносторонний человек. А тебе что? Ты мне много конфетки. Да? Не, стрим я уже давно не веду. Раньше вел. А ты откуда сам, из какого города? Из Киева. Вещаю. А, ты в Украину попал? Да. Понятно. А что, предрассудки? Абсолютно нет, я нормально отношусь. У меня нету никакого плохого отношения гражданам Украины. Ну, я вот пару раз. Да, я, кстати, сейчас в чат-рулетку зашел вот второй раз только сегодня, поэтому... Там можно словить плохое настроение. Что? Можно плохое настроение сейчас... словить. Да, меня сейчас девочки переключили, какие-то девчонки, только из-за того, что узнали, что я живу в Подольске. Ну, это Подмосковье. Тоже начали расспрашивать про работу, увидели, что я вот в костюме. И почему-то говорят, что у нас никто никуда не летает, и когда я объяснил, что все, у кого есть возможность и необходимость, они все равно летают через Арабские Эмираты, через Казахстан, через Узбекистан, ну просто с пересадочным рейсом. Mm-hmm. Они сказали мне, что это нелегально, что все незаконно, и почему-то выключились. Mm-hmm. Вот. Да, бабушка. Сейчас, секунду. Да, бабуль. Ну я потом смою, ну что такое? Ну оставил, ну и что? Что, не видела никогда? Ну я сейчас... Ну я не буду сейчас вставать и смывать, ну зачем? Это принципиальный вопрос? Ты серьезно? Ой боже, сейчас надо пойти... Ну давай, давай. Трудно объяснить, конечно, да, чтоб... Ну, что такое, что смыть? Да иду сейчас, ну что такое? Да, извини, пожалуйста, пока. Бабушка пришла. Блять, всем уже, блять. Просто, ну, говно плавает, ну и что? Привет. Привет. Can I ask you a question? Mm. What does yachta mean? Repeat, please. Repeat. What? Repeat. Повторите, yachta. Пожалуйста. Yachta. Яхты? Что? Яхты? This is boat, big boat for rich person. Яхта. Яхта. How do I say, how are you? In my language? Yes. Як справи? Як справи? Because I want to learn... In Ukrainian. Як справи? Як справи? Okay, because I want to learn to speak it. Hmm? I want to learn how to speak it. How to speak, це, як справи, чи що? Yeah. Ну, repeat, як? Як? Як справи. Як справи. 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 Як справи. Як справи. Привіт, як справи. Привет, як справи. О, ну, 50-50. Okay. Привет, як справи. Спра. Спра. Ви. Ви. Справи. Справи. Привет, як справи. Привет, як справи. О.
Thank you. Brilliant. Thank you. Cheers, eh? College tip, let's wake up, and if it takes a left hook, then I'm hitting crooks. This shit is real in these rap books. Survival of the fetus, putting back in bones and wounds, I don't want to see this. Survival of the fetus, putting back in bones. Сразу базар отпадает весь нахуй. О. Сори. Просто с девочками разговор короткий у меня. А ну, сейчас не понял. Гетсеген. Но у меня один... Не понял сейчас. Гетсеген пишет. Но у меня один дурачок недавно выпросил инст. Это кому ты там сейчас инстаграм даешь? А ну. Гетсеген. Что ты не зрозумев? Что за... Думал, у нас серьезно с тобой. Что за хуйня?